Из гаражей. Сегодня вот такая у нас конструкция. Можно сказать, да, что она 3 в 1. Ширина вот отсюда до того края 1,80 м. И вот отсюда до сюда ширина 1 м. Ну, пускай там длина 180. Высота по профлисту 2,10 м. И ножки 10 см. Хочешь сэкономить, можешь сделать оцинкованный профлист 0,35, 0,4, 0,5. Здесь уже на выбор. Конечно, если вы толщину металла берете, он, естественно, у вас удорожает. Сделал я ее как основная конструкция. Это душ с раздевалкой. Вот так вот, видите, закрывается на защелочку. Вот. Видите, дверь 7 см. Вполне достаточно. Также можно из этой конструкции, как вы понимаете, сделать, уже модернизировать там или стенку поставить, душ с туалетом. Потом будет и приличный, да, небольшой, скажем так, хозблок, или даже сделать душ половину, да, 1 м. И можно здесь лопат ставить. Может, они тоже хотят сделать здесь лопат, будут ставить. Я им вот такие полочки заделал. Так что вот можно, как видите, все поставить, как просто сарай где-нибудь поставили вы его. Про крышу. Вот один такой вариант. Ставите специально, у меня есть бак специализированный. Видите, он как раз 1 м, он закрывает. А здесь закрываете, допустим, профлистом. Или же просто делается, если там сарай есть, элементарно просто делается крыша там, из чего вам нравится. И все. Можно подешевле, потому что эти баки фирменные, 200-литровые. Они стоят недешево. 4, 5, 6 тысяч. Здесь же можно поставить бак. У меня это будет, если я отдельный обзор сделаю. Можно бак будет поставить там 100-литровый, который стоит там 1500. Вот такой вид. Как вы видите, сверху вся конструкция. Смотрите, вон там усиливающие проходят планочки под доски. Вот такой каркас. Здесь 25 на 25. Это если про характеристики рассказывать. Ножки, как вы видите, 40 на 40, двоечка. Видите, вот здесь уже крыша подготовлена. Я просто снял, чтобы вам показать. Видите, вот так вот зашито. 10-я волна, довольно-таки удобно. Вид широко частью туда прижимается. Потом, если кто скажет, почему нет окон, потому что так заказали. Вот он заказал 2,10, да? И все. Я говорю, может, окошки какие-то сделать? Нет, не надо. То есть, видимо, может быть, он и хочет сделать, сам хозяин сделать, или сам будет окошки, хотя не знаю как. Или же будет, может, у нее тут и душ, и заодно, скажем так, под что-то какие-то хранится, ну, типа хозблока. Ну, сюда он ставит, он там лопатой, здесь он моется. Но это мы уже не узнаем, если он нам не расскажет. Как вы видите, 40-е, хорошие, толстые, надежные. Обработал я их рубаночком, видите, даже покрасил и здесь в круг. Ну, какую-то все-таки, скажем, защиту они приобрели. Ну, эстетический вид, я думаю. У нас вот так вот выглядит, видите. Чтобы были обязательно зазор. Побольше, поменьше, это уже там можно подрегулировать. Почему? Ну, чтобы вода уходила, чтобы они тоже проветрились, меньше гнили. Можно, конечно, плотный пол делать, но я думаю, все понимают, что это не нужно делать. Сколько ушло? Ну, можете посчитать, здесь их 11 штук. Считайте, 11 метров потребовался вот такой доски. Калитка сделан, как вы видите, каркас 40 на 20, то есть она более-менее уже прочнее, чем 20 на 20. Здесь тоже простая же защелка. Вот так, берем, заходим, оп, и закрылись. Все. Потом, здесь, как вы видите, тоже 40 на 20, здесь 20, 40 тоже на 20. Потом, каркас полов.
Здесь у меня 32 уголок. Можно 32-40. Здесь потому что все-таки довольно-таки он широкий. Поэтому уголок уже идет не 25. Здесь вот можно 25 уголок. С бабочки здесь удобно что-то может быть поставить. Просто они нагрузки такой не выдержат. Все-таки сами видите, они пластиковые. Здесь сильно не нагрузишься, аккуратно к ним надо относиться. Но так там мыл положить, что здесь. Потом вот тут вот предусмотрены подвешалки. Просто можно, чтобы крючочки какие-то, полотенца вешать, переодевалку. То есть вполне широко здесь, удобно. Еще шторочку можно отгородить. Вот здесь взять шторочку и здесь повесить. Защелочка самая обыкновенная. Я думаю, вполне достаточно. Вот. Петли, как вы видите, тоже. Но здесь уже посерьезнее. На подшипниках, как на дорогих дверях, стоят. Вот видите, все здесь сделано. Вот так вот я вырезал. Профлист прикрепил. Ну, вот такая вот дверь из такого каркаса. Она сама уже прочнее, раз 40 на 20, а не 20 на 20. И еще плюс удобнее обшивать. Я думаю, кто понимает, потому что она шире, а тут волна. Ну и попасть... шанс больше и удобней саморезом. Когда крыш нет, удобно видеть. Видите, как можно сделать фланг. Здесь такой-то расставили, там специально для бака. Или наоборот, если не хотите, можно наоборот усиление больше сделать. Потом можно планк еще здесь сделать, под полочку. Ну а сама крыша вот такая вот. Я говорю, они сделали из обыкновенного гладкого, заказали, потому что они видят, что будут вырезать и монтировать бак. Вот такой бак удобнее монтировать. Почему? Потому что там кран замастырить, и чтобы вода не проходила. Ну, кто понимает, кто не понимает, спрашивает. Я надеюсь, потом как-нибудь покажу на конкретном примере. Также вот просто душ, туалет, каркас у меня. Смотрите, обзор у меня разный. Вот опять под него уже доски еще готовы. Мангранички недорогие у меня тут готовы, наготове. Потом вот такой вот стол будем делать обзор. Дорогущий, может, для кого-то, кому-то нормально. Лавка тоже вот такая оригинальная. Так что работа у нас кипит. Сейчас сезон, кому что нужно в хозяйстве. Я считаю, что для данной конструкции, вот материал, из которого он сделан, я думаю, меньше уже не нужно, потому что все-таки конструкция довольно-таки широкая и высокая, да? Поэтому, конечно, материал меньше, который я тут называл, вот показываю еще раз, уже меньше использовать не рекомендую. Потому что он у вас будет ходить ходуном. Хотя, конечно, можно, вы же не будете на нем прыгать, скакать, ничего, он не развалится. Вот. Ну, весь какой-то хлам, допустим, просто надо закрыть его от глаз, или просто, чтобы он там не намокал, особенно не пачкался. И там, допустим, тот же хозблок, это очень нужная вещь в хозяйстве. Замок только сделали, хотя, конечно, некоторые просят замок сделать, ну, даже недорогой. Все равно просто его лишний раз сломает, или вам профлист, его же не тяжело скрутить. То есть я делал сарай, обзора у меня пока нету, делал, надо будет как-нибудь снять. А так были у меня сараи металлические, которые тяжело вскрыть, и не профлист, да. Они брали замок, вот так выламывали, вот тут ушки висели металлические, с помощью рычага скручивали, выламывали наварной, ну, ушки. И залезали в сарай, посмотрели, что там ничего хорошего нет. И ничего они не взяли. Спасибо за просмотр. Смотрим еще фото, как обычно. Ну и до новых встреч.